Глава государства провел сегодня еще одну встречу с бывшим президентом Турции. Нурсултан Назарбаев наградил Абдулу Гюля юбилейной медалью. На встрече политики говорили о достижениях Казахстана за последние годы и важных проектах, которые реализуются в стране, в том числе выставки Экспо. Нурсултан Назарбаев подчеркнул особый вклад Абдулы Гюля в укрепление двусторонних связей и выразил признательность за его отношение к народу Казахстана. Бывший глава Турции высоко оценил участие Казахстана в урегулировании сирийского конфликта. Вы сделали много для развития нашего двустороннего сотрудничества. Вы всегда считали Казахстан своей исторической родиной. Наши личные отношения были очень хорошие, поэтому я отношусь к вам с большим уважением. Казахстан сегодня становится центром стабильности и мира. Саммит ТСВ МДА, Исламской организации сотрудничества, Астанинский процесс по сирийским переговорам. Все это доказывает, что авторитет Казахстана на мировой арене растет. Я поздравил Нурсултана Назарбаева с успешным проведением саммита ШОС. Радует, что развиваются двусторонние отношения. В свое время мы создали Тюркский совет. Он продолжает работать.